В России действует программа поддержки молодых семей. При покупке квартиры или дома можно получить субсидию 30-35% от стоимости жилья. Как оформить заявку на участие в программе, смотрите в нашем сюжете. Светлана и Евгений Усачевы вместе уже 8 лет. Познакомились в социальных сетях. После первого свидания поняли, что созданы друг для друга, и через пару месяцев сыграли свадьбу. У нас роспись была 23 января, а как бы наш лев... Наследник родился 23 октября, получается, ровно тютелька в тютельку через 9 месяцев после бракосочетания. Семья переехала в Люберецкий округ 7 лет назад. Сначала жили у родственников, затем на съемных квартирах. Приобрести свое жилье получилось благодаря господдержке. Где-то 2 года назад, получается, узнали про вот систему «Молодая семья». Случайно в интернете увидели в разных источниках. Ну, что не попробовать? Узнали вообще, что это, что нужно по документам. Начали собирать через почти год. Уже у нас получилось все собрать. Светлана и Евгений подали документы в администрацию округа весной прошлого года. Уже 10 января получили сертификат, а в феврале праздновали новоселье. В молодой семье 2 детей, поэтому субсидия составила 35% от расчетной стоимости квартиры. Семьи без детей могут рассчитывать на компенсацию 30%. Благодаря сертификату вот у нас полностью получилось без личных средств. У нас вот как бы сертификат покрыл, а нам только стараться теперь погашать платеж. Не нужно 5 лет собирать, как мы считали, первоначальный взнос, чтобы хотя бы начать платить не кому-то за чужую квартиру, а за свою. Программа позволяет улучшить жилищные условия. Площадь новой квартиры должна быть больше 10 квадратных метров на одного человека. Появился телевизор, 2 кровати, шкаф, 2 шкафа и стол еще, и турник, вот, спортивный уголок. Много игрушек больше стало. Чаще всего гости ко мне приходят, могу чаще всего играть. Что многие боятся, думают, что не получится, не хотят суетиться, думают, что это долго собирать документы и все остальное делать. Это на самом деле недолго, надо просто немножко уверенности в себе, желания. И тот, кто не сидит на месте, тот чего-то добивается. Принять участие в программе могут зарегистрированные супруги и неполные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Возраст заявителей до 35 лет. Более подробную информацию можно получить в отделе жилищных программ администрации городского округа Люберцы. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.